Пэрис Хилтон ждет первого ребенка. 40-летняя светская львица и самая известная блондинка нулевых Пэрис Хилтон впервые станет мамой. Звезда ждет ребенка от своего 40-летнего жениха Картера Реума, для которого будущий малыш также станет первым. Новость сообщил портал Page Six, однако официального подтверждения информации пока нет. Еще несколько лет назад Пэрис Хилтон признавалась, что мечтает о семье и детях и планирует в скором времени заняться этим вопросом вплотную. Год назад она перешла от слов к действию. Сначала заморозила яйцеклетки, а затем начала подготовку к ЭКО. По словам Пэрис, она решилась на такую процедуру оплодотворения, в том числе и потому, что это позволило ей самой выбрать будущих детей. «Мы делаем ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу», заявила Хилтон в подкасте The Trend Report. Хилтон и Реум, венчурный инвестор, были знакомы около 10 лет, прежде чем начали встречаться в 2019 году. Через год после начала романтических отношений Картер встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца своей любимой, которая это с радостью приняла. Пэрис, у которой есть травматический опыт абьюзивных отношений, рассказывала, что рядом с Картером она наконец поняла, что по-настоящему счастлива. Он тот, кого стоило ждать. А еще именно с ним Пэрис поняла, что готова стать матерью. «Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью, потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви. Но теперь я нашла такого человека. Сейчас пара планирует свадьбу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.